Я в восторге. Прекрасный спектакль. Очень злободневный. Сегодняшние вопросы ставили. И, конечно, все замечательно. Просто очень немножко разочарована, что был не тот состав, который мы ждали. А какой вы ждали? Мой звездный состав во главе с Мироновым ждали. Тема была задана интересная и совершенно демагогическое какое-то вот ее представление. Просто ни о чем. Ну, если по спектаклю к концу сдулись. Да, если это. Тема была заявлена действительно хорошая. Многое, что слышал, как бы сам воспринимал, поддерживал, но в концовке все это перечеркнуло. Лично последнее выступление Чулпан, его категорически уважаю, не верю. Понравилось. Понравился? А чем понравился? Необычностью. Идея. Сама идея. Идея, ее реализация. И совершенно прекрасная пьеса. Замечательно. И грустно. И как-то задумываешься, философски смотришь. Очень, очень впечатляет. Философский спектакль очень интересный. Стоит сходить. Средняя. А почему средняя? Игры нет. А что есть? Есть лекции. Замечательный спектакль, очень актуальная тема, много отсылок к современности, к нашим современным реалиям. В общем-то, тема вечная, тема мира, то, что сейчас очень актуально. Все правы, да, и в то же время. То есть это спектакль о вечном. И спектакль на вечные темы. А как вы думаете, всем он понравится или у него какая-то особая публика у этого спектакля? Наверное, нет. Это спектакль для думающих. Я думаю, что массовый спектакль. А для кого снимаете? Это чтобы люди знали, идти или не идти. Вот как вы думаете, кому стоит посоветовать пойти, а кому нет? Нет, ну, конечно, посмотреть. Во-первых, работа актера замечательная, прекрасная была Рапопорт, все остальные актеры прекрасно, прочувствованно говорили, со знанием, что называется, жизни и смысла жизни. А в общем, все это вечные темы и неразрешимые темы. Но это, опять же, спектакль не для массового зрителя, а для того, кто любит и умеет думать. Хорошая. У меня лично очень хорошая. А чем понравился спектакль? Сутью, постановкой, что поставили проблему. Там не совсем, может быть, я и согласна, но сама, ну вот, что, как это, структура постановки. В общем, все, молодцы. Там, знаете, то, что они делают доклады какие-то, может быть, лично я не совсем согласна, не со всеми. Но, тем не менее, это интересно слушать, это можно обсуждать, это молодцы. Красная, очень-очень понравилось. Ой, отлично, все понравилось. А чем постановка понравилась? Много любовь мыслей. Нам понравилось. Отлично. Спасибо. Красный. А чем понравилось? Казалось бы, банальные вещи вроде бы, ну как, вот все вот оно. Я вообще в шоке, что народ так, то ли он ошеломлен, прям он не понял, хотелось бы их больше приветствовать. Вам показалось, что не все поняли эту постановку? Нет, наоборот, слишком поняли, и как-то вот, мне кажется, надо думать и думать об этом прекрасно. Ну, хорошее, само. Замечательное. Пьеса о смысле жизни и существования на Земле. Очень хорошее впечатление, отлично. Очень необычный формат спектакля, ни разу не видели мы такого, очень нам понравилось. Замечательно, всем советуем сходить, обязательно.